Добро пожаловать на веб-сайт Церкви Вифлеем. Мы евангельские христиане-баптисты. Церковь наша находится в Минске по адресу улица Горецкая, 93. Я являюсь старшим пастором, зовут меня Виктор Крутько. Больше 2000 лет назад в иудейском городе Вифлееме родился наш Господь Иисус Христос. Наша церковь названа в честь того городка, в котором родился Спаситель мира. Наш сайт существует для того, чтобы вы узнали о том, что из себя представляет евангельская церковь, кто такие баптисты, кто такой Иисус, в которого мы верим и которого проповедуем. Нашу церковь трудно не заметить. Бог подарил нам прекрасное, просторное здание. Лучшее время для того, чтобы прийти к нам в первый раз, это, конечно же, воскресенье. Ведь это всегда праздничный день. В воскресенье мы собираемся на богослужение в 10 утра и в 6 часов вечера. Наша церковь – сообщество людей, верующих в Иисуса Христа, как своего личного спасителя. Наше собрание – это проповедь Слова Божьего, пение, стихотворение, молитвы, все то, что прославляет нашего Господа. У нас поющая церковь. Мы славим Господа пением. Наверное, проще перечислить тех, кто у нас не поет, потому что в церкви Вифлеем есть большой хор взрослый, кроме него молодежный и подростковый хор, и еще музыкальные группы прославления. Это не все. У нас есть детский хор, где поют и играют на музыкальных инструментах даже самые маленькие. В Вифлееме мы учимся жить так, как хочет от нас Бог. В нашей церкви есть несколько групп по изучению Библии для взрослых и также молодежная группа, где вместе мы старательно изучаем Писание стих за стихом. Мы изучаем Писание о Боге, о Господе нашем Иисусе Христе, о жизни и как достойно перейти в вечную жизнь, чтобы быть с Иисусом Христом. Начало нашей церкви было положено в 1993 году. У нас много молодежи и много молодежных служений. Это общение, поездки молодежные, конференции, спортивные мероприятия, молодежные встречи, где мы учимся, как жить молодому христианину, как строить свое общение в школе, в институте, с младшими и старшими, с противоположным полом. Вот о чем говорят на молодежках. И самое главное – о вере в Иисуса Христа и послушании Ему. В нашей церкви можно не только смирно сидеть и слушать. У нас можно бегать, играть и веселиться. Это называется спортивный клуб «Авана», который работает среди недели. Игры, увлекательные конкурсы, назидательные библейские уроки – отличный способ, чтобы хорошо провести время для вашего ребенка. Наша церковь открыта для подростков и проводит служение «Follow», то есть «Следуй за мной», в рамках которого молодые люди получают возможность выслушать проповеди посвященных Богу людей и найти ответы на жизнеопределяющие вопросы. В центре внимания «Follow» не столько теория, сколько практика. Главной целью подросткового общения является изучение и углубление в личности Иисуса Христа. Вифлеем – это церковь, где много детей. Бог благословил наши семьи малышами. Для всех возрастов у нас есть воскресная школа. Приводите и вы своих ребят. Мы учим детей любить Бога и родителей, быть старательными и внимательными. Но это не скучные уроки. Мы поем, рисуем, вырезаем. В общем, делаем все, чтобы помочь развить творческие задатки детей. Служение мамы в молитве объединяет всех матерей, которым не безразлично будущее их детей. Это замечательное молитвенное общение, где мамы собираются для совместного ходатайства и поддержки друг друга. Бог слышит молитвы матерей и совершает необыкновенные дела в ответ на эти молитвы. Мы молимся о нашей родной Белоруссии, о нашем народе. Молимся, чтобы народ наш не пренебрегал Словом Божьим, чтобы наши люди приняли Иисуса Христа в свое сердце. В Вифлееме не оставлена без внимания семья. Семейное счастье построить непросто. И без Божьей помощи практически невозможно. Семейная жизнь приносит много радостных моментов, а также шлифует наш характер. Но главное, требует больших усилий, чтобы научиться быть счастливым в любых обстоятельствах. Семейное служение – это регулярная, несколько раз в год встреча для семейных пар в церкви Вифлеем, которые проводятся в приятной романтической атмосфере за чашкой чая. Вифлеем – это большая семья. Мы поддерживаем друг друга, разделяем радости и печали.
Вифлеем, церковь, где мы служим Богу. Мы верим в Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Мы любим друг друга и радушно принимаем гостей. Ждем вас в церкви Вифлеем.